Здравствуйте! В этой студии мы говорим о полезном питании, правильном лечении и профилактике различных болезней. В эфире программа «Саламатты, Казахстан». Вместе с лучшими врачами страны мы поможем вам сохранить здоровье. В студии для вас работают Сабина Саякова и доктор Евгений Грапов. Здравствуйте! Сегодня в программе. Наскучило ходить в спортзал? Займитесь парным фитнесом. Слишком большая тяжесть для маленького организма. Все о высоком внутричерепном давлении. Спортзал, конечно, вещь хорошая, но там часто бывает скучно. Наверное, из-за этого человек начинает пропускать тренировки. Ты знаешь, Сабина, недавно я узнал о таком новом виде тренировочных программ, как парный фитнес. Да что узнал? Мы даже попробовали заняться этим фитнесом вместе со своей супругой. И нам понравилось. Прошу внимания на экран. Скучно заниматься в одиночку, хотелось бы компанию, парный фитнес. Говорят, что это настоящее удовольствие, позволяющее укрепить не только фигуру, но и семейные отношения. Именно поэтому сегодня я пришел на нашу программу не один, а со своей супругой Евгенией, а также с нами наш замечательный тренер Мерген. Здравствуйте, Мерген. Здравствуйте. Мерген, что такое парный фитнес или парная гимнастика? Парная тренировка – это когда присутствуют два человека. То есть есть мужчина, есть женщина. Да? Зачем же заниматься в одиночку, если можно делать это вдвоем? Плюсы в том, что вы можете регулировать уровень нагрузки, скорость. Плюс ко всему есть соревновательный дух. То есть партнер не будет лениться, ему захочется опередить своего партнера. Ну вот интересно, у нас такая разные весовые категории. Это как-то может повлиять на нашу тренировку? Это даже очень хорошо, потому что есть специальные определенные упражнения, которые как раз уравновешивают ваши силы. А какие особенности могут быть при занятиях парным фитнесом? То есть нужно заниматься в одно и то же время, одинаковое количество минут, часов или, может быть, какие-то еще нюансы? Нет никаких отличий от традиционных тренажеров. Так. Можете делать в любое время, сколько вам удобно. Главное, чтобы это было в радость. Тогда начнем? Начнем. Я покажу вам первое упражнение. Так. Это базовое приседание. Вы берете друг друга за руки. Оттягиваетесь и начинаете приседать. Приседать? Да, сначала медленно. При этом оттягиваемся назад, да? Оттягиваемся назад, да. То есть так, колени поехали. У вас должны быть на уровне 90 градусов. 90, то есть не очень низко, не очень глубоко. При этом не сильно проседать. Примерно вот так. Да, оттягиваем меня. А вам чуть ниже. Ага. Так. Так. И сколько раз? Можно делать 3 подхода по 8-10 раз. 3 подхода по 80 раз. Можно поначалу делать 2 подхода. Так, сколько 2 подхода по 8-10 раз. Поехали. Раз. Два. 8. Достаточно. Следующее упражнение. Партнерша запрыгивает на спину партнеру. Угу. И уже партнер интересно. Приседает. Так. Ага. Отлично. Так, начинаю приседать. Да, стопы чуть подальше. Так. Все, приседайте. Оп. Это упражнение позволяет укрепить ваши мышцы ног. Плюс поясница. Плюс работает еще и поясница. Так. Все. Спасибо. Удобно тебе сидеть? Очень. У меня на шее. Со временем вы приноровитесь, и вам будет еще проще это делать. Понятно. Следующее упражнение. Так. Третье упражнение. Вы встаете опять друг против друга. Так. Вытягиваете руки в замок. В замок, так, таким вот, образом. Вот так вот, да? Да. Ага. Итак, это упражнение для прокачки плечевого пояса и грудных мышц. А, ага. Значит, попеременно вы друг другу толкаете. Это все равно, что на блочном тренажере как бы делается. Все понятно. Только своим телом. Так. И прилагаем определенные усилия, да? Да. Корпусом вы не двигаете, только можно немножко плечо вперед. Проработка мышц грудной клетки. Постарайтесь увеличить сопротивление в руках, чтобы вы чувствовали напряжение. Тогда будет больше эффекта. Ага. Сопротивляйся. Сопротивляйся мне. Сопротивляйся. Есть, да, нагрузка. Также 2-3 подхода. Ага. Здесь можете делать его по времени. Скажем, 30 секунд поделали, 15 секунд отдохнули. Понятно. Вот. И следующее упражнение, отличное просто упражнение, мое любимое, называется планка. Вам нужно встать в упор лежа, как если вы будете отжиматься. Планка? Да. Вставайте в планку. Ага. Да, таким образом.
Так, ноги ровно, чуть-чуть ниже, опустите таз. Все, отлично. Значит, это упражнение очень эффективно для укрепления мышц плеч, дельтовидной мышцы, руки и брюшной пресс. Ага. Можно ставить в день по 15-20 минут, но для того, чтобы улучшить, вам нужно, можно будет давать друг другу 5. 5? Да. То есть вы стоите для начала, скажем, 2 минуты. И таким образом вы работаете руками, да. Взаимодействуете в паре. На следующий 5. День вы можете увеличить до 4 минут. Потом 6 минут. 7. 8 минут. 8. 9. 10. 10. Все, встаем. Так. Следующее упражнение мы делаем на коврике. Ага. Да. Садитесь вот сюда, друг напротив друга. Садимся друг напротив друга. Да. Ага. Каждый из нас мечтает о рельефном прессе, так. О кубиках. Это обязательно нужно для того, чтобы у нас была красивая осанка. Ага. Поэтому скрещиваем ноги. Руки можете делать за головой, так. А можете вот перед собой, как вам удобнее. И просто вам нужно будет отжиматься и их давать. А, это упражнение на проработку мышц брюшного пресса. Да. Поехали. Так. Опа! 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 Отлично. Чувствуете напряжение брюшных мышц? Да. Очень классно. А весело-то как? Да. Так. И ладушки. Делайте это упражнение ежедневно в течение 1 минуты хотя бы. Две руки. Оп. Справа. Ладушки, ладушки. Где были у бабушки? У бабушки. О, отлично. Как ощущения, дорогая? Ой, мне очень понравилось. Здорово. Продолжим? Давайте продолжим. Следующее упражнение на растяжку. Сидите в таком же положении, просто ноги нужно расставить в стороны и упереться друг к другу в стопы. Ага. Так. Примерно вот так вот, да? Да. Ага. Беремся друг за руки. Друга за руки и по очереди медленно, плавно тянемся. Так. Да. На выдохе наклон. Можно потянуть и немножко подержать. Нем. Но главное без усилий вверх, потому лишнего что рвения, это да? опасно. Да. Ага. Попробуйте глубже наклониться. Немножко нужно, так. конечно же, почувствовать такую легкую боль, чтобы продвинуться дальше. Ага. Отлично. Понравилось упражнение? Понравилось. Следующее упражнение на пресс. Я ложусь на спину. Да, вы должны встать у изголовья. Да, берете руками Женю за лодыжки. Ага. И необходимо поднимать ноги. А вы должны его отталкивать. Все, вперед. Здесь вы тоже работаете, то есть вам необходимо напрягать мышцы пресса, чтобы удерживать равновесие. Хватит. Здорово. Мне нравится. Отлично. И последнее упражнение для позвоночника. Вставайте спиной сюда. Так. А вы спиной к Евгению. Вам нужно хватиться друг друга за локти. Ага. Отхватить друг друга за локти и тянуть друг друга по очереди на себя. Я чувствую, как растягиваются мышцы моей спины. Главное не торопиться. Да, растягиваем позвоночник. Вам нужно заниматься всего лишь 10-15 минут в день, и ваши мышцы укрепятся, и вы станете ближе друг к другу. Здорово! Нам очень понравилось. Действительно, парный фитнес – это и полезно, и приятно. Особенно, когда помогает укрепить семью. Занимайтесь спортом. Ну, Евгений, судя по всему, парная гимнастика – это невероятно весело и полезно. И мышцы накачать, ну и заодно настроение друг другу поднять. Действительно, Сабина, нам с супругой очень понравилось, и мы обязательно продолжим заниматься парным фитнесом. И я советую всем нашим зрителям последовать нашему примеру. И прямо сейчас, что провоцирует повышение внутричерепного давления? Является ли плохой сон малыша причиной для переживаний? А для детей постарше – быстрая утомляемость, сонливость или раздражительность. Все эти симптомы, а также многие другие, могут быть причиной наличия повышенного внутричерепного давления у ребенка. И сегодня у нас в гостях мама Анара со своей дочерью Алинурой. Встречаем наших гостей. Здравствуйте. Здравствуйте.
Аленура, сколько тебе лет? 12. Какая у тебя успеваемость в школе? У меня нормальная успеваемость в школе. То есть учишься хорошо? Да. Это правда, мама Анара? Правда. Угу. Как дочка спит? Спит она, бывает, как вам объяснить, и подхрапывает, и просыпается мной. Ругаетесь часто? Нет, не часто. Стараюсь не ругаться. Я приглашаю присоединиться к нашему разговору специалиста. Сегодня у нас в студии детский хирург-реаниматолог Сабаншиева Райкуль Ушкемпировна. Встречаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Здравствуйте. Ну, сегодня мы говорим о внутричерепном давлении. Соберите анамнез, доктор. Как вас зовут? Алианур. Алианур. Алианур, сколько тебе лет? 12. Ага, беспокоит головные боли, да? Да. Голова. С какого времени стала голова болеть? С 9 лет. С 9 лет. Раньше не беспокоило или не обращали внимания, да? Раньше не беспокоило. Это не вот беспокоило. Как школа пошла. Мамочка, с чем вы связываете эту головную боль? Она, может быть, перенесла травму или чем-то болела, гриппом, после того, как грипп перенесла, или какие-то детские инфекции? Нет, вот то, что со школы проходит, у нее бывают жалобы, головные боли. Давайте все-таки мы рассмотрим на примере, что такое внутричерепное давление. Прошу внимания на монитор. Так вот, мы видим наш головной мозг. В центре головного мозга между полушариями имеют место желудочки. Головного мозга, мозговые желудочки, они бывают боковые желудочки. А в этих вот желудочках вырабатывается спинномозговая жидкость, так называемый ликвор, который потом поступает в спинномозговой канал. И в силу определенных причин бывает так, что жидкость начинает вырабатываться в излишнем количестве и не находит места своему естественному оттоку. Тогда она начинает сдавливать сегменты головного мозга, постепенно накапливаясь, и, собственно, в этот момент начинает развиваться такое состояние, как гипертензия, или нарастает внутричерепное давление. Ну что ж, нужно еще разбираться в этой теме, потому что не совсем понятно, почему все-таки головные боли мучают детей. Расскажите нам. Вот, вас беспокоят головные боли, правильно? Да. И сон нарушен. Да. Вот, всегда, когда у ребенка болит голова, иногда неправильный диагноз ставят. Повышенное внутричерепное давление. Но это не всегда так. Повышенные. Надо выяснить, в чем причина. А основные симптомы внутричерепного давления? Что в этот момент чувствует человек, ребенок? Ребенок. Маленький ребенок. Вот посмотрите, на рисунке показан маленький ребенок, да? Младенец. У него, значит, какие симптомы бывают? При этом увеличивается объем головы. Угу. Большой родничок, который вот здесь пальпируется, он увеличивается. Если в норме большой родничок, он равен 1 сантиметр, диаметр 1 сантиметр. А здесь у такого малыша 3-4 сантиметра. Это так называемая гидроцефалия? Да, это внутренняя гидроцефалия. Да, это а гидроцефалия это? Гидроцефалия – это когда увеличивается количество ликвора в головном мозге, и давит на вещество мозга, и черепная коробка у них еще мягкая, поэтому она расширяется. Это видно голова, уже невооруженным взглядом. Да. И вот даже мама может определить, даже соседи могут сказать, вот у вашего ребенка очень большая голова. Если то есть посмотреть, это симптом внутричерепного давления? Да, это симптом внутричерепного давления. Что если посмотреть на ребенка, у него глаза опущены вниз, симптом Грефе появляется. Что такое симптом Грефе? У ребенка опущенный взгляд, и сверху над радужной оболочкой белые склеры, между веком и радужной оболочкой белые. Это симптом заходящего солнца. Это сразу видно. Прошу вас, доктор. И лоб такой выступает. Это у маленького малыша, значит, сразу можно определить внешне при осмотре. А вот когда ребенок уже подросший, вот таких симптомов у нее не будет. То есть у детей постарше внешних признаков как таковых нет, только внутренние симптомы, то, что чувствует сам ребенок. Вот головные боли, как часто сопровождаются вот этими жалобами? Головные боли, да, у ребенка, вот у нее, например, постоянные головные боли после школы. Да. У нее отмечается, как мама сказала, раздражительность, после уроков, большая утомляемость, отсутствие аппетита,
она очень устает. Ну, вот смотрите, вот. Глазки такие у нее напуганные, уставшие. Да, вот да. Кажется, ну, что вот ей хочется лечь, полежать. Посмотрите, да? Сосудики здесь вот просвечивают. Да. Эленор, да, сбоку немножечко? Это не норма. Вот это, конечно, признаки возможно. Но, чтобы сказать, внешнего осмотра и осмотра даже невропатолога недостаточно. Но давайте, тем не менее, пройдем на осмотр и посмотрим все-таки, как это должно быть в условиях, приближенным к амбулаторному. Угу. Алеонора, ну, проходи и ложись на кушетку. Врач тебя осмотрит. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится кушетка. Она есть у нас. Да. И вот что касается окружности головы, мы можем замерить ее обычным сантиметром. Вот эти сантиметровой лентой. Окружность головы замерим. Как это правильно делать? Подожди. Что вы сейчас делаете? Вот. Измерила окружность головы. Так. Маленькая у нее головка. Маленькая и на осмотр головка. Тоже, да. А о чем это говорит? Это говорит о том, что вот именно, возможно, что у нее маленькая головка вот давит на головной мозг и на эти системы боковые желудочки, поэтому, может быть, у него головные боли. Но тут не следует забывать, что у девочки сейчас происходит активное формирование и созревание, да, препубертатный период. То есть характерно ли это для девочек-подростков? И какие меры предосторожности вы посоветовали бы соблюдать Алинур и ее маме? Во-первых, это не характерно. Не характерно. Не характерно. И вот эти сосудики тоже говорят о том, что у нее все-таки есть немножко есть гипертензионный синдром. Головные боли. Вот мы говорили о гидроцефалии, то есть когда голова увеличена в размерах, а у Алинур, вы говорите, наоборот, головка маленькая. Маленькая, да? Да. То есть это тоже может быть признаком преждевременное заращение внутричерепного давления. Вот мамочка, например, не знает, во сколько у нее зароста, или знает, во сколько у нее родничок исчез. Вот. Конечно, к сожалению, мама к врачу не водила регулярно ребенка, невропатолога вообще не были, да, ни разу? Нет. Угу. То есть это и есть большая ошибка. Нужно как можно чаще водить ребенка к невропатологу. Вообще сначала к педиатру. Педиатру, потом, конечно. Если педиатр считает нужным, направит к невропатологу. Да. А что же делать Алеонуре вот сейчас? Алеонуре, значит, нужно... Дополнительные обследования какие-то, может конечно, быть, назначите? Конечно, ей надо. Во-первых, осмотр окулиста. Окулист специальным аппаратом посмотрит у Алеонур глазное дно. И там... Наверняка мы увидим, что у нее суженные сосуды, которые приводящие сосуды, и расширены вены. То есть отток нарушен. Вот. Ну, и а этот ликвор давит на зрительный нерв, на глазницу оттуда и вызывает такие явления. Алинор, а ты на уроки физкультуры ходишь? Да, конечно. Как нагрузку переносишь? Иногда я не люблю так. Голова кружится, бывает? Да, бывает. То есть физкультура дается тебе достаточно тяжело, в отличие от других твоих одноклассников, да? Вот да. Ты это видишь сама. Да. Стоит ли ей сейчас ограничить физическую конечно, активность? Конечно, надо у невропатолога обязательно обследовать ребенка. Кроме этого, вот маленьким детям мы делаем УЗИ, нейросонографию вот этим аппаратом. Это через детям большой до родничок. Годика, когда еще да, родничок до года, когда не родничок, сросся. Родничок еще не зарос. Да. А вот, к сожалению, моей Аленоре, это мы не сможем сделать. Ей нужно сделать эхоэлектроэнцефалографию. Так. Так. Ей нужно сделать МРТ, угу. Магнитно-резонансную томографию или компьютерную томографию. Угу. И после этого Алеонуре назначат лечение, которое облегчит ей симптомы. Да, обязательно надо ей назначить лечение, чтобы она регулярно получала лечение. Спасибо большое. Мы немножко напугали нашего ребенка. На самом деле не все так страшно. Просто кто предупрежден, тот вооружен. Спасибо большое Алеонуре и ее маме. Вы можете пройти на свои места. Ну а мы продолжим нашу беседу. И обязательно в ближайшую неделю идите и проверяйтесь у специалистов. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, доктор, а кто еще в группе риска по внутричерепному давлению? Так, в группе риска, начиная с рождения. Если у мамы такие инфекционные заболевания, как хламидии,
и другие инфекции, которые передаются половым путем. Мамочкам всегда надо в период беременности обследоваться на эти инфекции, чтобы ребенок у вас родился здоровым. Скажите, а почему так часто встречается именно детское внутричерепное давление? Вот многие врачи даже говорят, что каждый третий или каждый пятый ребенок болеет. Часто встречается, потому что они во время беременности не обследуются. Многие не встают даже на учет. А от этих заболеваний, внутриутробных инфекций, если выявлены, не лечатся. То есть халатное отношение к своему здоровью. Здесь надо думать не только о своем личном здоровье, а о здоровье будущего вашего ребенка. Да, раз уж вы решили стать мамой. Да. И надо думать о том, чтобы родить нормального ребенка, чтобы у него не было такой вот гидроцефалии, врожденной гидроцефалии, чтобы у него не было этих вот признаков, чтобы ребенок у вас рос хорошим. Потом травмы. Часто дети получают травмы. Ставит доктор сотрясение головного мозга, назначает лечение, домашний режим. А что делает мамочка? Мамочке надо бежать на работу. Они эти таблетки пренебрегают этими советами, да? Пренебрегают этими советами, да. Не дают таблетки. Домашний режим ребенок не соблюдает. С первого дня начинает смотреть, играть на компьютере. То есть все это тоже оказывает губительное воздействие, в частности, формирует внутричерепную гипертензию. Ну а какие еще так называемые звоночки, то есть тревожные сигналы могут обратить наше внимание или внимание родных и близких тех людей, у которых формируется внутричерепная гипертензия? Когда ребенок чересчур подвижный, раздражительный, плохо кушает, или у него часто тошнота, рвота, капризный. Вот эти все признаки, они уже служат звоночком, и вам надо обязательно обратиться, во-первых, к педиатру, дальше к невропатологу, обследования проходить такие, как компьютерная томография, электроэнцефалография или МРТ, что назначит врач. А потом принести все это, мы посмотрим, что надо ребенку назначить. И скоррегируете лечение, и оно поддается лечению? Конечно. И можно вылечить и от головной боли, и от этих от раздражительности. Скажите, а может ли быть это причиной нервозной беременности? Вот когда в период беременности мама, допустим, излишне нервничала. Стресс получила, да, конечно. Это тоже влияет. Состояние мамы всегда отражается на ребенке. Как сами вы слышите, когда УЗИ вам делали во время беременности, тук-тук-тук сердце. Если сердце ребенка часто бьется, это говорит о том, что мама нервничала. У нее был стресс на работе, дома. Поэтому... Спасибо вам большое. А всем родителям, конечно, хочется пожелать быть внимательнее к своим детям, внимательно следить за их здоровьем, за их самочувствием. Оставайтесь с нами. Программа «Саламатты, Казахстан». Продукты для иммунитета. А что едите вы? А также узнайте, какие методы отбеливания зубов оставят вас без зубов. Если он работает на полную мощность, то у нас пропадает страх перед любыми болезнями. Догадались, о чем я? Конечно же, это иммунитет. Укреплять иммунитет можно различными способами. И самый действенный из них – это правильный рацион питания. Поможет поговорить об иммунитете нам специалист. Сегодня у нас в студии доктор медицинских наук, врач-иммунолог Калимулдаева Салтанат Булатовна. Встречаем. Доктор, Салтанат Булатовна, прошу вас. Проходите. Проходите. Действительно ли, что не прибегая к медикаментам, можно с помощью продуктов поднять иммунитет? Естественно, можно, но только в легких случаях. На самом деле продукты, разбалансированное питание – это один из способов повысить иммунитет. Угу. А иммунитет, в свою очередь, поможет нам справиться со всем, что нам генетически чуждо. Это вирусы, бактерии, гельминты, химические вещества, какие-то вредные физические факторы. То есть возможности тут есть. Диетологии определенной. Угу.
Ну, то есть мы поняли, что питаться необходимо правильно, но термин это довольно-таки абстрактный и расплывчатый. Какие именно продукты нужно употреблять в свой рацион для укрепления иммунитета? Ну, естественно, в первую очередь питание должно быть сбалансировано в плане того, что должно содержать определенное количество, оптимальное количество белков, витаминов, углеводов. Так. Потому что, вы знаете, вот сейчас, например, очень популярно вегетарианство. Но, да. но мало кто говорит о его большом вреде. Потому что если мы ограничиваем прием животных белков, которые содержат незаменимые кислоты, то есть те, которые не могут синтезироваться в нашем организме, получается, что прежде всего страдает иммунная система, потому что иммуноглобулины, защитные белки, это прежде всего белки. Страдает зрение, это палочки, колбочки. Страдает наша кожа. И поэтому вегетарианство абсолютно противопоказано детям, многим взрослым. Так же, как и сыроедение, которое тоже набирает обороты сейчас. Да, сыроедение тоже имеет ряд противопоказаний. Например, лицам с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это очень вредно, раз, детям. А потом взять такой, например, продукт, как морковь. Да. Лучше она всегда усваивается в вареном виде и в присутствии масла. Поэтому вы можете съесть очень много сырой моркови, а пользы от нее будет меньше. Спасибо. Прошу за стол. Давайте мы рассмотрим на примере те продукты, которые могут оказать помощь нам в нашей передаче. Сейчас мы хотим поговорить о корнеплодах, которые благотворно влияют на нашу иммунную систему. И хотелось бы задать вопрос. Как вы думаете, что у нас может скрываться под первой крышкой? Думать не будем, посмотрим. А вот так вот быстро. Итак, это имбирь. Имбирь. Видите, какой он причудливой формы, корень. Да. Имбирь произрастает, вообще родина его Индия. Это, надо сказать, ценный продукт именно и для иммунитета, и для здоровья в целом. А чем именно он ценен? Потому что он содержит большое количество витаминов. И витамины здесь представлены почти все. Группы А, группы В и группы С. То есть витамины, витамин С у нас укрепляет иммунную систему, укрепляет стенки сосудов. Витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. А витамины А, они нам нужны для красоты и для зрения. То есть они улучшают зрение и хорошо влияют на состояние кожи. Доктор, ну мы же не будем вот грызть имбирь прямо в таком виде, да? А как лучше его приготовить? Какие блюда с имбирем вы можете нам посоветовать? Но вообще у нас сейчас в фармации есть и порошок имбиря, продается. Очень ароматный. И вот, кстати, я хочу сказать еще, беременным женщинам, которые страдают токсикозом беременности и часто страдают от тошноты, можно снимать тошноту очень легко порошком имбиря на кончике ножа. Угу. Очень полезная информация. Так. Можно приготовить имбирный напиток имбиря или имбирный чай. Ну, вот давайте... однажды я покупала имбирь, и ко мне подошла бабушка и начала мне подсказывать, на что нужно обратить внимание. То есть он был достаточно сухой, она сказала, что этот имбирь уже полезные свойства все свои потерял. Это правда? Да, он должен быть все-таки свежим, не высушенным, чтобы вещества в нем сохраняли свою биологическую активность. Что вы решили сделать, Евгений? Ну, пока вы мило беседуете, я решил заняться делом. То есть, следуя совету нашего доктора, я решил приготовить имбирный напиток, да, или имбирный чай, кому как больше это нравится, называть. Угу. Если, допустим, этот имбирный напиток охладить, то это прекрасный напиток для того, чтобы утолить жажду в жаркие дни. А также его можно пить и в горячем виде. Да, и надо не забывать, что имбирь очень хорошо успокаивает нервную систему, помимо влияния на иммунитет. Этакий природный антидепрессант. Природный антидепрессант, а витамины, которые входят в ее состав, это антиоксиданты. То есть они фактически продлевают вашу молодость. Итак, мы берем немножечко имбиря, добавляем туда меду. Немного меда, долька лимона тоже не будет лишней. Так, да. Так, и заливаем все это. Кипятком? Да. Горячей водички. Ну, это может быть не прям вот крутой кипяток, что называется, да? Но чтобы имбирь заварился, водичка должна быть горячей. Ну, можно здесь поправить. Мед лучше добавить, когда ваш напиток остынет. Да? Потому что здесь он потеряет свои ценности. Да. Все свои целебные свойства. А каким свойства, образом такой напиток полезен для иммунитета? Что он вырабатывает?
Имбирь содержит эфирные масла, они обладают тоже микробацидным действием, то есть уменьшает количество микробов, повышает иммунитет в основном, конечно, за счет витаминов, антиоксидантов. Все витамины и антиоксиданты, они считаются и иммуномодуляторами. Но я должна предостеречь дорогих телезрителей, что если у вас заболевание желудочно-кишечного тракта, вот прежде всего гастрит, язва, и в период обострения вам, конечно, нельзя этот корнеплод употреблять, потому что из-за обилия эфирных масел он будет раздражать слизистую желудка. Тем не менее, наш напиток готов. Я уверен, что у Сабины нет противопоказаний, поэтому предлагаю ей попробовать. Хорошо, с удовольствием. Угу, горяченький. А какой ароматный. Можно и пить, и наслаждаться. Ну как тебе, Сабина? Очень приятный вкус. Ну а мы переходим к нашему следующему продукту. Итак, что мы здесь видим? По всей видимости, это была черная редька, которую обстругали и видно, превратили белая в белую мякоть. Да? То есть ее отбелили, да, таким но видно, вот образом. Что так как это белая мякоть, обычная редька, она зеленая. Ну вот мы здесь видим остатки черной, да? Шкурки. Расскажите нам о черной редьке. Вы сами ее употребляете? В каком виде? Да, вообще-то я ее употребляла, когда у меня были дети маленькие. Так. Потому что это отличное отхаркивающее средство. Так. И раньше срезали верхушечку, выдалбливали в ней ямку. Она страшно горькая. Она очень горькая, но она очень полезная. Вот таким вот образом нет, с той это стороны, делается. Нет, с той стороны. Вот тут, где пошире основания. Ага. Так, расскажите так, подробнее об этом рецепте. Выдалбливали ямку, выковыривали ложкой, можно или ножом. Засыпали в нее сахар, если у ребенка была аллергия на мед или мед. Оставляли на ночь и утром получали сок редьки уже сладкий. И вот этот сок, одна чайная ложечка этого сока, 3 раза в день, и отличное отхаркивающее средство. Средство при бронхите, при пневмонии. Примерно вот таким вот образом. Да. То есть вот эту вот ямку мы наполняем медом и оставляем на ночь, да? На ночь, да. Ну, или на несколько часов. Утром, допустим, да, ее надо поглубже сделать. Сок, да, ну, понятно. Можно в самом широком месте ее отрезать. Понятно. Да. И получается, сок будет внутри, его просто нужно будет слить в емкость. Емкость. Но вообще, это мы так раньше делали для маленьких детей. А чтобы лечить взрослого человека, очень полезен сок редьки. Сейчас это не проблема, у нас есть соковыжималки. То есть можно приготовить сок, но ни в коем случае не выбрасывайте жмых. Вот этот оставшийся жмых, если на килограмм жмыха надо добавить 300 грамм меда или 500 грамм сахара при аллергии на мед, и вы получаете тоже отличное тонизирующее и общеукрепляющее средство. То есть и сок вы пьете по одной чайной ложечке 3 раза в день, и еще употребляете жмых. А из этого жмыха без меда и без сахара делаются прекрасные горчичники. Только они называются редичники. Угу. То есть берете марлю, слой жмыха, и ложите под одной лопаткой при простуде, при бронхите. 15-20 минут, никаких полиэтиленовых пленок. Просто можно накрыть какой-то тряпкой или полотенцем. И через 15-20 минут кожа розовеет, и вас будет так греть, лучше, чем горчичник. Мама, не горюй, да? Мама, не горюй, но должно дышать, никаких пленок. Потом вы берете этот редичник на вторую половину, тоже под лопатку, и все. И никакой бронхит вам не страшен. Кому может быть противопоказана черная редька? Черную редьку, так как мы ее употребляем внутрь, то опять-таки лицам с обострениями гастрита. То есть патология желудочно-кишечного да, тракта. Да, 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 прежде всего. И это я сказала только при легочных заболеваниях. Черная редька – отличное желчегонное средство. Отличное. Потом, значит, черная редька укрепляет иммунитет. Вот она-то содержит фитонциды, то есть природные антибиотики. И можно иногда в некоторых случаях, но только доктор, если разрешит, справиться без антибиотиков при легком течении заболевания. Но это просто уникальный продукт. А мы переходим к нашему следующему продукту. И здесь мы видим сельдерей. Как стебель, так и корень. Что вы можете рассказать нам о сельдерее, доктор? Ну, сельдерей, я вообще его сама очень люблю и добавляю его в продукты, вот в супы очень хорошо. Но хочу сказать, здесь нам надо говорить о его полезных свойствах. Вообще, конечно. Он, да, вот я его люблю за своеобразный аромат, но мы здесь говорим о его полезных свойствах. Сельдерей, я бы не сказала, что он очень богат витаминами, но они в нем достаточно хорошо сбалансированы. Сельдерей очень хорош при остеопорозе. Это когда в костной ткани, когда прореженная костная ткань, мало кальция, и такие косточки склонны к переломам.
Вот сельдерей, он содержит очень много кальция, железа, магния. Пожилым людям нужно взять на заметку на и обязательно заметку, добавлять в свой рацион наличие сельдерея. А каково его влияние? Он успокаивает нервную систему очень хорошо. Так. Также влияет на иммунную систему. Вообще есть мнение, что сельдерей тоже, его можно причислить к естественным природным антибиотикам. Вот есть такое даже мнение, что он очень хорошо, и можно даже лечить бруцеллез, когда так человек не переносит антибиотики естественно. То есть занозные заболевания. Да, для этого нужен сок. Сок из стеблей сельдерея. То есть сок делается из стеблей вместе с зеленью, приготавливается сок, и пьется по полстакана три раза в день. И усиливает действие сельдерея морковный сок. Можно добавлять морковный сок. То есть вот такое отличное природное антибактериальное средство. Которое прекрасно действует на иммунную систему. И укрепляет в то же время иммунную систему. Да. Я замечу, за счет микроэлементов. Сельдерей очень сочный. То есть мы буквально вот голыми руками можем выжимать из него сок. И появляются капельки. Да, конечно. Тут сам Бог велел делать сок и сокосодержащие напитки на основе сельдерея. И достаточно приятный сок. Конечно. А как употреблять сельдерей? Дайте нам несколько советов, чтобы он не потерял свои полезные свойства. Вот вы про супчик нам обмолвились. Какой это супчик? Вегетарианский или с добавлением мяса? И даже с добавлением мяса я люблю в борщи добавлять. Борщи. Какие-то супы его сельдерей. Просто так в салаты вы можете добавлять. В сыром виде. Да, в сыром виде зелень сельдерея очень хорошо. В стебли можно салаты тоже из стеблей сельдерея делать. То есть можно просто кушать в прикуску можно в таком есть, случае? Да, можно конечно есть, чтобы был достаточно свежий. Не увядший. Салтанат Булатовна, столько полезных советов мы сегодня услышали, и я призываю просто всех телезрителей следовать им. Спасибо вам большое. Вам спасибо, здоровья. Далее в программе. Улыбка как у голливудских звезд. Можно ли добиться такого результата в домашних условиях? О белоснежной улыбке и отбеливайте зубы в домашних условиях. Ну что ж, тогда мы вам расскажем о популярных методах, которые оставят вас без зубов. И сегодня у нас в гостях героиня, которая поделится своим опытом в отбеливании зубов. Встречаем Алину. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Любопытно было бы узнать, каким образом вы отбеливаете зубы в домашних условиях? Расскажите нам. Я, конечно, вначале искала в интернетах, как можно отбелить зубы, и я все перепробовала. Даже соду, перекись водорода и, конечно же, лимона и угля. Угу. Ну, допустим, начнем с соду и перекись водорода. А я вот прошу прощения, Алина, вы много курите? Нет. Немного или не я курите? Я вообще не курю. Вообще не курите. А почему вы отбеливаете свои зубы? Вас не устраивает их цвет? Да, да, вот в чем-то. Я немножко не такой уж белый, но мне не нравится. Хотелось бы побелее. Голливудская улыбка не дает вам покоя. Ну, я просто всегда пользуюсь красной помадой, и чтобы добиться результата, я всегда хотела. Сделайте это. Так. А красная помада смотрится только на белых зубках. У вас прекрасные зубы, видимо, домашние методы отбеливания все-таки работают. Давайте о них поподробнее. Ну, давайте, не стесняйтесь. Перекись водорода. Что вы делаете с перекисью водорода? Сначала перекись наливаю в этот стакан. Наливайте. Так. В каком количестве? Ну, не так уж много. Где-то 5 капель, что ли. 5 капель. Угу. Так, угу. Есть. И что дальше? И добавляем пищевую соду. Угу. Добавляем пищевую соду. Смелее открывайте. Давайте я вам помогу. Ну, конечно, сколько пищевой соды нужно добавить? Ну, чайные ложки чуть-чуть, не на так уж. На кончике чайной ложки, как обычно. Хорошо. Так. Вот и добавляем. Так. И перемешиваем. И это все нужно, я так понимаю, мазать. Смелее перемешали. Да, и оставить так на какое время? На где-то 10-15 минут. Хорошо. А вы не пугаетесь проглотить перекись? Ну, конечно, это все противно, но для здоровья я ничего не жалею. Красота наверное, требует не для здоровья, а для красоты. Да, для красоты. А, итак, активированный уголь, он черный. Каким образом он отбеливает зубы? Ну, в интернете написано, что уголь очень хорошо
отбеливает зубы на 100%. Ну, написано так. Я перепробовала это тоже. Ну, помогает. Ну, знаете, ну, в интернете написано, на заборе написано. Но давайте все-таки мы прекратим вот сейчас экспериментировать. Особенно такие радикальные методы. Я думаю, они не всегда пойдут на пользу нашему организму. А я предлагаю присоединиться к нашему разговору специалиста. И сегодня у нас в гостях стоматолог Ахмеджанова Асия Дулатовна. Встречаем. Встречаем. Проходите к нам. Доктор, присоединяйтесь. Не боитесь, что сейчас Асия... раскритикует ваш метод отбеливания? Наверное, да. Наверное, скорее всего. Асия, ну вы слышали, о чем мы говорили. Вот здесь перекись водорода, сода, активированный уголь, лимон. Как вы относитесь к этому? Негативно. Слава богу. Поясните, в чем опасность этого метода? Ну, здесь в данном случае представлено, я скажу, наверное, что два абразивные вещества, такие как сода пищевая и... активированный уголь, так. Это абразивные вещества, которые... агрессивно воздействуют. Царапают поверхность эмали. Может быть, снимает какое-то поверхностное загрязнение, но оставляет на поверхности эмали такие же царапины, как при использовании наждачной бумаги. Угу. То есть это может рассмотреть только стоматолог? Ну, пациент может понять, на самом деле. Или почувствовать языком. Какие-то субъективные ощущения. Конечно, может появиться чувствительность зубов со временем. Вы, наверное, это заметили. Вот. А сейчас я предлагаю сыграть в чудную игру с нашей героиней. Итак, Алина, мы даем вам вот этот вот красивый зуб, который покрашен в две стороны. Одна сторона красненькая, означает «нет». Вторая сторона голубая, это ваш ответ «да». Доктор будет задавать вам вопросы, а вы будете показывать «да», «нет», «да», «нет». Хорошо. Поехали. Считаете ли вы, Алина, что здоровый цвет эмали зубов должен быть молочно-белый? Да. Хорошо. Второй вопрос. Считаете ли вы, что для отбеливания зубов нужно отбеливать зубную эмаль? Да. На самом деле вопросы, ответы нет. Так как... А ответы наша героиня дала неверные. Неверные. Итак, а почему? Первый вопрос. Почему? Давайте пройдем к макету. Угу. Пойдем. Вот наш зуб в разрезе, да? Угу. Вот. Почему наша героиня дала неправильные ответы? Ну, структура зуба такова, что вот этот вот поверхностный слой – это эмаль зуба. Он достаточно тонкий. Вот она эмаль, вот она покрывает наш зубик снаружи, снаружи, да? Коронковую часть зуба. Глубже лежащая ткань называется дентин. Она защищает вот этот сосудисто-нервный пучок. Но, тем не менее, дентин – это более хрупкая ткань в отношении эмали. Эмаль – самая крепкая ткань в организме человека. Эмаль имеет прозрачный цвет. Цвет зуба задает ткань, цвет дентина. То есть не сама эмаль. Эмаль, она прозрачная, да? А цвет зуба формирует дентин, то есть ткань нижележащая под эмалью. Угу. Да. Поэтому смысл отбеливать эмаль или повреждать, чистить поверхностные слои эмали, нет никакого смысла. Как вы теперь рекомендуете Алине отбеливать зубы? Рекомендации общие, наверное, простые. Это, конечно же, чистить зубы два раза в день. Угу. Правильно подобрать зубную щетку и пасту. Также раз в полгода посещать все-таки стоматолога на профессиональную гигиену полости рта. Прислушиваться советов стоматолога. Спасибо, доктор. Ну а как происходит отбеливание в условиях клиники, мы посмотрим в нашем сюжете. Внимание на экран. Зубы могут потемнеть с возрастом из-за вредных привычек и даже наследственных заболеваний. Сделать улыбку белоснежной можно всего за одно посещение врача. Первое, что делает стоматолог перед процедурой отбеливания, выясняет цвет зубов пациента, насколько он отличается от идеально белого. Потом наносится защитный гель для десен. Мы сейчас завершили этап подготовки к отбеливанию. Теперь мы подходим непосредственно к процедуре отбеливания зубов. То есть мы готовим гель в таком шприце, он сам смешивается, и уже наносим непосредственно на зубы. Зубы чаще всего отбеливаются, зубы, находящиеся в зоне улыбки. То есть не все, а чаще всего вот около 20 зубов, которые видны по стерта или при улыбке. Вот гель наносится на зубы.
И вот он аппарат. Он работает на нескольких режимах. То есть здесь есть мягкий старт, нормальный и более интенсивный режим. Также здесь можно контролировать время. Но чаще всего мы работаем в три этапа по 10-15 минут. То есть этого вполне достаточно. Сейчас мы выберем интенсивный 15 минут. Преимущество этого аппарата – это более современное. За этим видом отбеливания будущее. То есть это так называемое холодное отбеливание. Все предыдущие версии они нагревали эмаль. Здесь специальная бридж-технология, в общем, всевозможные LED и галогеновые лампочки. И на всем очень мощная система, но при всем при этом она очень бережно относится к эмали. Она ее не нагревает, не вызывая при этом чувствительности, что чаще всего, на что чаще всего жалуются пациенты. Мы предлагаем пациентам офисное или клиническое отбеливание. Те пациенты, у которых нет времени заниматься там, в домашних условиях отбеливанием в несколько этапов, это составляет всего около часа, безболезненно, быстро и очень хорошие результаты. То есть обычно говорят про различные тона, да, то есть от 1,5 тона домашнее отбеливание можно добиться результатов, здесь 8 тонов можно добиться результатов, а после домашнего, если после клинического отбеливания использовать домашнее, можно добиться очень хороших результатов. Цвет зубов обусловлен цветом дентина, то есть это ткань ниже лежащая после эмали. То есть когда гель проникает в толщу зуба, то есть это не то место, куда мы только нанесли гель отбеливаться, а непосредственно сам зуб на всю толщу зуба. За счет лампы мы ускоряем результат, как своего рода катализатор. То есть за счет света гель распадается на воду и кислород. Таким образом он окисляет вот этот пигмент, который содержится в дентине. Таким образом зубы осветляются. После процедуры отбеливания гель удаляется с зубов и десен. И вот результат. Всего за один сеанс зубы стали светлее на 2 тона. Доктор, прошу. Ну расскажите нам, а какое воздействие оказывает на эмали отбеливание вот в стоматологических клиниках? Конечно, наиболее эффективное отбеливание – это фото- или лазерное отбеливание в условиях клиники. Это наносится специальный гель на зубы, в основе его пероксид карбамида, который под действием света, если вы видели в ролике, он активируется и разлагается на воду и кислород. Этот кислород как раз помогает обесцвечивать темный пигмент, который залегает в толщине дентина. Кому оно может быть противопоказано? Конечно, есть противопоказания. Тогда, когда имеется эрозия, то есть поражение эмали при повышенной чувствительности, беременным относительно противопоказания и лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Ну и, конечно, хотелось бы узнать, не вредно ли само отбеливание зубов? В правильных руках, при профессиональном подходе, отбеливание ни в коем случае не вредно. Ну что ж, я благодарю наших гостей за те полезные советы и информацию. А вам, уважаемые телезрители, хочу пожелать не забывать о здравом смысле в погоне за красотой. Улыбайтесь чаще, потому что это не только красиво, но и полезно для здоровья.